По инициативе администрации Бельчепинского сельского поселения в кратчайшие сроки была создана уникальная зона отдыха по улице Калинина в ауле Бельчепсин. Реализация этого проекта стала возможной благодаря финансированию со стороны Министерства финансов Республики Адыгея, администрации поселения, а также предпринимателей и активных жителей. Парковая зона полностью благоустроена, озеленена и украшена декоративными камнями. Теперь она является идеальным местом для отдыха аульчан.